Всем приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть в Отель Бизнес Симулятор. Так что приятного тебе аппетита, приятного тебе просмотра, и давай продолжим развивать нашу гостиницу, отель или хостел. Что у нас тут имеется, я не знаю. У нас освободился номерочек, кстати, но в нем мы ремонт не планируем. В прошлой серии мы с тобой договорились, что мы делаем ремонт в 207 и 108, чтобы добить до 600. А потом пойдем дальше, чтобы дальше обновлять апартаменты, комнаты, чтобы цена возросла. Ой, слушай, а тут у нас даже обои тут, ну как бы, слушай, почему этот номер тогда дешевый? Стоп, сколько он мне стоит? 60 же, 60, да? Да, 60, господи, я что-то уже это... Испугалась, что он уже стоит как-то очень дешево. Ремонт это... Да, есть у нас тут, вон какой. Неплохой, кстати, ремонтик. Так, давай чуть погромче сделаю. Вот. Так. До 34 уровня левела. Или до 3-го, не знаю. Короче, до следующего еще очень много. Но я думаю, его можно набить тем, что мы сделаем здесь ремонт. Подождите. Подождите, подождите. То есть можно закупиться новой ванной, новым туалетом, новой раковиной, пол, обои, плитка, стены, потолок. Жаль, что здесь нельзя потолок никак украсить. Вот. Да хватит. Подождите 24 секунды, я приду. Я приду и постираю вам все, и все сделаю. Так, что? Мы копим денежки. Ах, забыла, слушай, я забыла опять. Слушай, я забыла. Вот. Вот. Как я и сказала в прошлом ролике, что я себя отодвину, так сказать. А, себе закрыла. Слушай, сейчас, подожди секундочку. Я отодвину себя, чтобы было видно. Потому что ты не видишь, сколько у меня денег, ты не видишь, какой у нас уровень. И все теряется, весь смысл теряется. Ты не видишь, сколько денег, сколько уровней, и как понимать, что я могу купить, а что не могу купить. Вот, это очень плохо. Да. И в комментариях тоже написали, что надо бы меня передвинуть. А то что-то я слишком тут закрыла все. Так что не бойся писать комментарии, я все читаю. Все. На все отвечаю, все слушаю. Ну хорошо. Так, ну здравствуй, господи, какая ты надоедливая, слушай. На, иди. Регайся. Так, 305. Ну, это неплохо. Что у нас есть в инвентаре? У нас есть... одна это. Это маловато, конечно. Одна это и одно это. Так, хорошо. Давай-ка я закуплю еще раз на всякий случай напитки. Раз хотя бы. Коробочку. А лучше две. Сейчас должны скоро веселяться почти все. Это надо будет. О, кто-то опять выселился. Подкинули. О, господи, наконец-то она выселилась. Ходит тут постоянно раздетая. 107. 107. Хорошо. 107. Пошли в 107 пока. 107, он на этой стороне. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Угу. Мусорк. Что здесь еще может происходить? Если ты зеваешь. А, здесь вечером. Ну, рано, рановато зевать. Еще у нас полно работы. Так, вот тут у нас обоев нет. Тут нет обоев. Так. Обои, кажется. Ого, даже вот эти темные сочетаются хорошо со светлым полом. Угу, понятно. Так, что у нас здесь? Опять сосиски валяются. Вот, кстати, в комментариях под прошлым роликом очень отличный совет был. Просто потрясающий. Завести кота. Завести кота, который будет собирать все эти сосиски и есть. Естественно. Они вроде тут не тухлые. Так что кушать можно будет ему. Ну, не тухлые, да? Не тухлые. Тогда все в порядке у нас. И коту будет нормально. Да даже собаки, слушай. Даже собаки. А, как сказали, лучше вообще с иммунитетом. Чтоб точно не заболел.
едя эти сосиски странные. Ну что они их выкидывают, а? Целых хот-доги выкидывают, господи, их продавать можно. Давать можно сосиски. Хот-доги. Так, это 107 нам сейчас надо. Так, давай-ка. Туалет, ванна, раковина, пол. Ага. Так, обои. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то пять обоев. Цветочек. Давай-ка посмотрим. Где-то пять обоев. Настенное покрытие. Раз, два, три, четыре, пять. Пять обоев. Угу. Как раз выходит вон на 300. У меня еще есть $50. Плитка. Вот такая, 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 слушай. Давай начнем с тура пола. Настенное покрытие. Ну, давай попробуем, посмотрим, что вот это вот за плитка. Мне она очень интересна. А, дорого. Дорого. Хорошо. Электроника. А, вроде бы есть все. Угу. Так, ладно, закажем. Пока у нас денег нет, но что-то более дорогое. Сейчас мы там попробуем чуть-чуть доделать ремонт. О! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, здесь доделать ремонт. Подожди, слушай, подожди. Сейчас приедет машинка, я обои поклею, чтобы я не забыла. Для чего нам эти обои? И все будет с тобой чики-пуки. Подожди, подожди, братан. Куда торопиться? Да подожди. А то ему сейчас дам, и я просто забуду, куда эти обои хотела зафигачить. Так мы уже доделаем там ремонт. Плюс-минус. Доделаем. Ну, давай быстрее. Слушай, зачем ты круг объезжаешь? Мог еще туда еще поехать. Оп, кто-то выселился. Видишь, деньги прибавились. Да подожди, подожди. Подожди. Так. Обои. Вот. Оп. Все. Все. Видишь, нам не хватает одной обоины. Одной обоины не хватает. Одной обоины. Всего одной обоины не хватает. Так, хорошо. Здесь у нас пол везде. Хорошо. Да все, иду, иду, иду. Иди. Иди, вот. Так, 108, 109. Поехали. 108, 109. Вот здесь как раз-таки нужно... Будет прям ремонт доделать, пол положить, поклеить обои, потому что это очень дешевый номер. Да, можно было как бы сказать, что изначально надо было хотя бы здесь сделать, а не в том номере обои поклеить, чтобы уже как бы подняла сумму, но я хочу все потихонечку, потому что я забуду. Я забуду это дело. Вот так вот. Так, полы помыть. Полы помыть. Забрать. Заполнить. Ага. Хорошо. Сосиску забрать. Сосиску забираем. Так, дальше сюда идем. Так, это сюда. Это сюда. Пол помыть. Пол помыть. Сразу видно, такой дешевенький номер. С ковром. С ковром. Вот поэтому и дешевенький. Ковер самый дешевый. Хотя, как бы ковер должен быть... Не дешевым. Тем более мы видим ворс такой, ну большой, слушай, как прям в элитных отелях. Есть же слух, чем больше ворс на ковре, тем круче отель. Отлично. Так, у нас есть? У нас больше нет. Хорошо, пошли стирать. Так. Ох, ох, пришел, пришел, подождите. Сейчас постираем. Так, я думаю, что бы сейчас можно было туда заказать. Чтоб номер не был похож один на один на каждый. Так, давай посмотрим. Пока стирается, что-то дешевенькое закажем. Каких-то, может, ярких обоев.
Давай-ка сделаем настенное покрытие. Давай попробуем вот такое чисто. И дешевое хотела сказать, да? Я хотела сказать дешевое. Дешевое я хотела сказать. Давай вот это, обычненький. 50, 50. Ну, давай-ка. Вот такое сделаем. Раз, два, три, четыре. Давай посмотрим, что оно будет. Как оно будет смотреться. Хотя бы. Чисто как оно будет смотреться. Мне кажется, конечно, не очень, но давай посмотрим. Пусть у нас будет, ну, такая не очень пока комната. Денег-то нету. Хоть так. Хоть так. Так, 109-й, 106-й. Так, подожди, подожди. Оп. Так, одного могу заселять. Так, самый дорогой найти. О, 207-й, кстати. Освободился. Как раз таки в 207-м нам надо делать ремонтик. Так, это мы разгрузили, пошли. Так. Ага. Обои. О, красота. Вот это? А что меняется? Скажите, что меняется? Ничего не поменялось совершенно. Да ну нафиг. Максимально плохо. Пошли отсюда. Нет, мы больше такое покупать не будем. Это чисто выкинутые деньги. Серьезно. Так, 207. Пошли в 207. Это у нас на втором этаже. Боже мой, глаза-то слепит как. Ничего не видно. Такое мы больше покупать не будем. Кошмар. Просто ничего, никакой разницы. О. О. Так, вот. Это вот сюда вот как раз таки. Отлично. Так, и вот сюда, кстати, пол. Отлично. Так, мусорочку. Так, а нам тут еще осталось где-то два пола, наверное, даже четыре. И нормально будет. И нормально будет. Так, больше нечего заполнять, ладно. Ну вот, слушай, ну плитка, плитка, плитка как плитка. Ну нормально, в принципе, брать можно, почему бы и нет. Так, хорошо, где-то три пола надо купить такого темного. А, возможно, декора и... Так, напитки, напитки. Раз. Пол. Где-то. Два. И денег нет. И денег нет. Давай настенное покрытие. Еще соточку получится? Нет, не получится. Вот это больше не покупаем. Если вот это вот и вот это, они нормально, не смотрятся, реально прикольно, не смотрятся дорого. Вот это вот какая-то херня непонятная, просто как будто покрасили стенку. А вот это, я не понимаю, что это, но выглядит, конечно, вот это по бабушкиному, это тоже. Вот это как будто ковер, мне кажется, налепит на стену, но мы это попробуем. Это вообще 8, 8, 8, нормально так.
Хорошо, закажем, пошли спать. Пошли спать. Закинуть. Ложимся спать. Поспали и пошли трудиться. Кошмары, когда мы отдыхаем. Представляешь, так постоянно мотаться, убирать туда-сюда без выходных, потому что ты здесь один работаешь. О, машинка приехала. Отлично, отлично. А у нас еще комната не готова. Пошли, пошли. Так, какая? 207-я, по-моему. По-моему, 207-я. Да, 207-я. Пошли. У нас как раз музыка играет прям жесткая. Я включила какую-то. Она сначала была спокойная, а теперь такая. То угодно. Что угодно, и то веселее. То, что имеется. Отличненько. Вот это мы заполним. А, что у меня тут есть в инвентаре? Постелька. Что у меня есть? Больше ничего. Чуть-чуть не хватает, получается. Раз, два. Стоп, давай посмотрим, сколько пола надо. Раз. Два. Нам нужно два пола. Два пола нам нужно. Вот так вот. Один день. О, отлично, мне подходит. Так, давай в корзину пока сразу положим два пола. Напольное покрытие. Два темных пола. Готово. Дальше, естественно, нам нужны будут напитки. Напитки нужны будут. Дальше. Чтобы ту комнату еще отдекорировать. Надо будет что-то поставить. Есть телевизоры за 150, 15 добавляет. Кондиционер тоже добавляет. Можно будет кондиционер купить. Телевизор. Там тумбочка. Помню, есть или нет. Но если что, на стол поставим. Так, кто-то выселился? Вроде бы нет. Так, работники, обзорчики. Ну, слушай, обзорчики уже побольше у нас становятся. Уже не постоянно 2-2-2. Так, тут у нас тумбочки. О, денежку подсыпали. Спасибо, кто-то выселился. Так, 107-й. Хорошо. Ага, с той стороны 107-й. Вот, насвинячил, так как насвинячил. Ну как можно сходить здесь в обуви? Господи, даже какой-то мох сюда притащил. В лесу, что ли, был? Опять сосиски валяются. Насколько можно? Можно какие-то уже новые сосиски? Я уже заколебалась. Да одни и те же сосиски. Можно чуть по-другому? Что-то новенькое. Это тоже грязно. Так, хорошо. Вот так вот. Отлично. И пошли постираем пока. О! У нас сейчас уже будет второй уровень, что ли? Видишь, 92 из 100 пальцев. Только двойка у нас что-то совсем не заполнена. Это очень странно. Она же должна расти, заполняться. Уф. Я жду. Я жду. Так, в этом 207-м... О, нет, в 107-м у нас там что? Блин, короче, надо просто накопить денег, чтобы сразу уже обновиться. Серьезно. А то вот это по чуть-чуть ты забываешь, что у тебя там есть, чего нету. Докупить, не докупить. А, не та сторона. Подожди. Подожди, человек. Это человек, подожди. Вот, нормальные обои, хорошие. Только не хватает здесь полосочки, естественно. Так, у нас есть пол. Кстати, он здесь нигде не нужен. Но здесь можно обновить, например, ванну. Технику ванне. Сантехнику ванне. Можно телевизор поставить еще. Здравствуй.
Подожди. Подожди. Я поняла, они же оставляют чаевые еще за эти напитки. Они оставляют намного больше чаевых, чем стоят эти напитки. То есть они стоят 25, а они нам где-то, ну, почти под 100 оставляют чаевых. Думаю, как бы это дело обязательно делать. Тем более, чем больше пальца вверх оценка, тем чаще они будут к нам приходить. Хотя нам это сейчас без разницы. У нас и так все занято, но там факты, мы быстрее уровень набьем. О, кто-то ушел, видишь? Двоечку поставил и монеты подкинул. Нормально, кстати, подкинул монеток, слушай. Больше 100. Боже. Так что, да, это дело надо делать. На тебе напиточки. Иду! Подожди. Вот, иди. Так, 108. 108. О, боже мой. Опять сосиски. Они могли какой-то, ну, разработчики добавить новый вид мусора? Одни сосиски, ну сколько можно, пожалуйста, ну перестаньте. Вот в этом номере нам нужно... Где-то те стены ужасные. Те стены ужасные. Те ужасные стены. Вон, спокойно можно постелить вот такой пол. И все. И все. Давай купим здесь пол. Может, он сейчас и улучшит нам все. Так, магазин. Да, напольное. Раз, два. 300. 300. Понятно. Так, и тогда обои. Давай купим. Обои, настенное покрытие. Ну, вот это просто фигня полнейшая. Это трэш. Давай такие. Давай такие. У нас есть такие обои с темным полом, а это будет светлый пол с этими обоями. Вот. Вот так вот сделаем. Так. Точненько заказали. Пока мне привозят, я закину стирку. Пойду спать. И пойду спать. Доставку завтра утром встретим. Нам ее стоять ждать ночью. Мы тоже спать хотим. Мы тоже как бы не роботы. Мы и так без выходных пахаем здесь. Пахаем так, что прям перепахаем. Эх и вся. Уже как фермер. Пахаем и пахаем. Так, кстати, был мусор где-то. Ну, походу мусор пропал. Я не против. Пошли. Только какой номер, я уже не... 8 вроде, да. Так, 2, 3. Все, закончилось. Закончилось. Что у нас еще есть? У нас есть обои. И... обои. И обои. Вон, хорошо смотрится. Вот, прекрасно. Не наделано немного, но прекрасно смотрится. Потом тумбу с телеком можно поставить. Были бы у нас деньги, но у нас их нет. Так, ладно. Это нам где-то еще надо... О, деньги подкинули. 50, 50, всего 50. Мне всего 50 накинули. 50... Чего так мало? Ладно. 207. Ну, пошли в 207. Все равно, ладно, больше, чем стоят напитки. Все равно. Вот, у нас уже 100 из 100 пальцев, но как-то уровень не вырос. О, господи. Ну, слушай, вот из-за того, что здесь обои темные, и здесь пол темный, как-то, знаешь, так как-то... Ну, как-то... ущемленно. Как-то слишком давит. Вот на меня, например, это слишком давит. Я бы сказала. Темный интерьер такой еще.
Под темный пол нужны, наверное, светлые какие-то обои. Ну, явно не те крашеные. Так. Подожди. Нормально. Интересно, как мы еще пол не пробили какими-то выкрутасами? Так, мы сейчас что-то заказали или нет? Я не помню. По-моему, нет. У нас же ничего нет. У нас же ничего нету. Доставка никакая не пришла. Второй этаж, второй этаж. Я уже забыла, откуда мы пришли. Со второго этажа. Блин, ну чтобы еще здесь ремонт делать, реально нужны лишние деньги. У нас просто не хватает, вообще не хватает денег, капец. Мне кажется, в каком-то моменте мы что-то прозевали. Ну, зато это более реалистично, серьезно. А не как у нас очень много денег, прям очень с легкостью мы их зарабатываем. Это как в симуляторе магазин одежды, вот. Там-то у нас все с легкостью. По сути. Все. Все. Так, мне нужно таких два пола. Это раз и... Плитка. Ладно, пока так. Пока так, пока оставляем денежки. О, можно мусор вынести. Мне здесь еще нравится очень, как это цветные машинки. В жизни у нас такого нет, а здесь все цветные, это так красиво. На фоне особенно нашего такого стрёмного колхоза, тут надо просто снимать фильм ужасов, дом с привидениями, и это будет просто пупенно. Ну как бы да, но не жить здесь. Точно не жить. Точно не жить. Так, ладно. Пошли сразу спать, я не вижу смысла ждать. Просто ляжем спать и все. Можно спать только ночью. А ну я так устала, что я днем хочу спать. Почему ночью? Этот главный герой заразный, серьезно. Он зевает, и потом мне хочется. Я пока не начала в эту игру сейчас играть. Мне не хотелось зевать, мне не хотелось спать, и теперь мне хочется спать. О, 106-й. Я даже что-то не заметила, как нам деньги капнули. А тут больше ничего нету, как-то пусти. Хоть смотря, что у нас левел здесь высокий, видим за то, что у нас здесь обои есть и пол. Так. Здесь все есть. Ну да, здесь пустовато. Сосиска опять. Эти я профукала эту сосиску. Все, пошли стираться, пошли спать. О, да. Да. Поспали, и все, и жизнь хороша. Забираем все тряпки. Ага. Оп. Так, 106 номер. Здесь пола это все есть. Здесь можно купить только тумбу, телек, например. Ну, он пока у нас стоит $60. Мы здесь пока ничего не будем делать. Мы улучшаем те, которые у нас стоят по 40. Так, все, это у нас готово. Вот второго уровня. Пока для них копим денежки. Копим для них денежки. Вот это уберу, потому что я не знаю, что мне именно надо. А давай просто посмотрим, что здесь есть. Ага, видишь, не открылось. Слушай, мы набрали классов, сколько надо. А третий уровень не апнули. Ладно.
Так, всякие табуретки, тумбы. Вот элитная кровать, крутая. Прям хочу такую кроватку. Мне кажется, если сейчас мы ее купим, сразу плюс. Оп, уровень. Апнется. Люксовый стул. Вау, элитный столик. Там места нету для такого. Элитный диван. Там потрёпанный уже какой-то. Вот, вот надо будет обновлять это все. Вот, купить раковину раз, унитаз два и стандартную ванну три. Вот, почти в каждый номер. У нас только в одном или в двух номерах это обновлено. Кстати, элитная раковина. Люкс унитаз золотой. Телевизор 1000, потому что 100 даю. Это понятно, это декор. Такие декорации. Лампа, посмотри. А это вообще, мы ее купим и даже ничего с этого не получим, представляешь? Зачем их покупать тогда, если можно вот купить эту и все? А лучше за 150 купить вот эту элитную комнатную лампу и получить 15 баллов. Потому что за 150 мы что, покупаем столик? Да, это, да, даем 15. За 150 мы покупаем... Ага, 15, окей. Окей, я думала, это очень выгодно. Нормально, можно будет купить, реально. Это уже будет повыше уровнем. Ой, здравствуй, здравствуй, что-то я тут замечталась. На, забирай. Забирай, иди, иди гуляй. Так, 400. Хорошо, деньги пока не тратим. Ждем, пока кто-то выселится, чтобы понять, что нам там надо закупить. Вот так вот. Вот так вот. Я тут стою. Прости, слушай, это нереально. В эту игру нереально играть так. Хоть хочется, капец. Можно и здесь будет ремонт делать, но это уже потом, это потом. С этого у нас деньги не будут капать. Хотя, может, это идет как пойдет как чаевые, например. Интересно, интересно. О! Выселились. 365. 50 долларов накинули. Нормально. 40. Ага, 40. Ага, 108. 108. 108 комнатка. Так, закрываем. Сейчас мы тут будем делать небольшой ремонт. А, я же мусор, короче, походу, не выкидываю вообще. Я забываю про него и оставляю в комнатах. Как бы, ладно. Я не удивлюсь, если так и есть. Так. Господи, это ж надо постельное белье песком замарать, и не только. Ага, надо еще этого купить, напитков. Надо еще напитков купить. Так, мы покупаем светлые полы. Раз, два, возможно, три. Еще можем такие обои купить. И обои купить. Да. По максимуму сейчас это делаем. А, сейчас стирку, постельное белье. Оп, хорошо. Так, а теперь нам надо по максимуму купить. Оп. Магазин. Так, настенное это 3, напольное это 8. Давай сначала 8 купим. Раз, два. Это уже 300 долларов. Раз, два, 400, еще, нет, слушай, еще один, нам надо, вот так, значит, бой напитков, заказываю, подожди, подожди, чувак, подожди, еще не пикает. Но не пикает. Сейчас надо, кстати, постельное белье еще взять. Оп. Ладно, подождем, пока машинка приедет. Хорошо, подождем. Ждем. 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 И ждем. Ждем, вообще не торопится, совершенно не торопится. Оп, готово.
постельное белье еще забрать надо. Оп. Ой, господи, там белый. Подожди. Оп. Постельное белье. Так, и 108-я комната. Надеюсь, теперь наконец-таки там апнет. Уровень. Так, постельное белье. Обои. Раз, два. И все. Раз, два. И все. Блин. Слушай, это все. Чуть-чуть не хватило. Блин, может еще обоев добавить, слушай. На 50 обоев хватит. Текстура для пола. Для стен. Для стены. Стены. Подожди. Подожди, я тебе сказала. Не гони коней. Не гони, я сказала. Закончу. Не гони. Подожди, сейчас все будет. Стой. Может, я смогу это апнуть. Сейчас апнуть. Она будет 60. Хорошо. Это хорошо, это будет обопенно. Ну ладно, не апнется, то тогда все равно доклеив обои, мы уже апнем это дело. Да. Подожди. Подожди, дай обои поклею. Не могу тебя пустить, пока нет обоев, понимаешь? Ну не могу я пустить тебя. Не апнулась, нет! Да что? Нет. Иди, заселяйся. Сто девятый. Сто девятый. 50 долларов. Эх, сто девятый. Ты такой дорогой у нас. Господи, я ничего не вижу. Можешь как бы размыть свои глаза? Пожалуйста, размой свои глазенки. Так. Оп, напиточки. О-о-о. Ну да, это тот момент, когда у нас две ванны. Тому подобное. Так, хорошо. Ну, все. Ну, все. Думаю, тут все уже. Оп. Давай. Сейчас, если кто-то уже заселится, мы уже сможем купить обои для того номера 108-го, и там уже апнется левел. Блин, просто надо накопить и уже все в одном сделать, а то мы там чуть-чуть, и в итоге не доделали. Вот так вот, все. Железно добавляем на стенное покрытие. Там где-то нужно раз, два, три, четыре... Вообще 5 где-то. Вот так вот. Ага. И мне надо 109. Оп. А я что, не взяла? О, я не взяла постельное белье. Вот так я забыла. Вот так я забыла, слушай. Надо было так забыть. Надо было так забыть-то, блин. Кругами хожу, и все, хожу кругами туда-сюда, туда-сюда. Вот, готово. Ну, здесь вообще тоже надо будет ремонтик сделать. Посмотрим, есть какие-то другие обои. Фигачу. Уже не те. Давай посмотрим, какие там привлекательные. Жаль, что нельзя посмотреть, как они будут смотреться. Ой. Ну, слушай, поскольку там ковер, можно сделать, типа, бабушкиного вида. Купить, попробовать что-то из этого смотреть. А потом вот это уже пойдет интересненькое. Просто, ну, с ковром не будет читаться особо, я думаю. Потому что там ковер такой грязненький. Это грязи. К сожалению. Вот. Может, вот это будет смотреться. Вот это, думаю, будет смотреться. Ну, чисто такой колхозик сделать. Будет интересно, походу. Так, ну слушай, думаю, давай заканчивать, потому что надо дождаться выселки кого-то. Это долго, давай заканчивать. О, пришел! Привет, мой дорогой, приветик. Я тебя весь день ждала.
Я тебя весь день ждала, не представляешь, как не хватает чуть-чуть совершенно. Ну вот кто-то выселится, оно капнет, и все будет потрясающе. Так что все. Продолжим уже играть в следующей серии. Спасибо тебе за лайкосик, за комментарий. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримочках. Все, все ссылочки в описании канала. И всем пока-пока.